Бон Вояж – ежегодная пешая прогулка по району Вилладж и погрузка на баржу. 167 коров Ненецкой агропромышленной компании отправились на летний отдых в село Тельвиска. Пожелать хорошего отдыха и счастливого пути отправилась наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзийского. Сегодняшнее утро для коров началось по-особенному. Вместо обыденного завтрака на ферме Буренка и ее подруги отправляются на летний удой в село Тельвиска. Ежегодно с фермы Ненецкого аграрно-промышленного комплекса, расположенной в районе поселка Факел, стадо крупного рогатого скота отправляют пастись на луга в район села Тельвиска. Стадо, ну, примерно 170 голов Ненецкой агропромышленной компании отправляется на луга. Вот. Как говорят фермеры, известная поговорка, что у коровы на языке, то какое будет и молоко. То есть они отправляются, ну, назовем вот так старым термином, комбинированным маршем. Они сейчас с фермы идут сюда своим ходом, потом на три судна грузятся и будут на лугах. Там получат свежую траву, аминокислоты, что в конечном счете, когда наши жители вернутся из отпусков, дети вместе с ними, то будет свежее, хорошее, всеми любимое молоко и молочные продукты. Рогатые путешественники отправляются в Тельвиску. Здесь они будут пастись и получать насыщенные витаминами корма вплоть до сентября. Затем вернутся обратно на ферму на зимний постой. Молочная продукция местных производителей пользуется большим спросом среди населения. Каждое образовательное учреждение включает их в рацион питания. Местное молоко всегда на прилавках и в магазинах Наринмара и поселка Искателей. Цена на местное молоко низкая, несмотря на то, что его производят на территории Крайнего Севера. Это субсидируемый продукт. Буквально накануне в округе было принято решение о выделении дополнительно более 17,5 миллионов рублей на субсидии сельхозпроизводителям на 1 килограмм реализованного или отгруженного в собственную переработку молока. В настоящее время подготовлен проект постановления администрации округа, предусматривающий повышение ставки субсидий на 1 килограмм молока в период с 1 мая по 31 августа до 70 рублей. На сегодняшний день ставка составляет 58,5 рублей на килограмм. Ненецкая аграрно-промышленная компания занимает лидирующую позицию в регионе по надою молока. В прошлом году объем произведенного молока составил более 38 тысяч центнеров. Василий Хатанзийский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».